Assalomu alaykum. Yo'l bo'lsin, Xo'ja Nasriddin. Va alaykum assalom, Nashtarjon. Tayyorgarlikni suratga olib qo'ymoqchiman. Yanglishmasam, o'tgan yili ham uni suratga olgandingiz, chog'i. Ha, olgan edim. O'sha lentalaringizni ko'raylik. Marhamat. Здравствуйте. Здравствуйте. Как видите, меры приняты. Посторонним вход на кухню категорически запрещается. Сколько стоит лепешка? 20 копеек. 20 копеек? А это поскольку? 50 копеек. 50 копеек? Это же очень дорого. Ай-яй-яй, как вам не стыдно? Досточтимый Афанды, мы сами покупаем муку у спекулянтов. Спекулянтов? Если не верить, поезжайте в магазин номер 68. Ассалам алейкум, сынок. Ассалам. Мне муки немного. Вон там, посмотрите, у меня нет, а то с удовольствием. Ну что ж, поедем. Раз хозяин твой не отдыхает, конец. Совсем без отдыха? Конечно. Халум! Эй, Халум! Ну что ты возишься? Ой, вот это подержите. Ничего не забыла? А? Сейчас принесу еще. Ой, с женщинами всегда так все получается. Эх, хорошее дело свадьба. Мы много видели свадеб, а? Да. Салям алейкум. Жми, чтоб ты был не ладен. О, когда тесть такой человек. Да. А кто? Манкула Алиевич Алиева, вот человек. Да. Сняли с работы? Я же говорил тебе, Ханум, такого человека когда-нибудь... О, а жена-то ему ходила расфуфыренная, ух! Такого подхалима и бюрократа давно надо было снять с работы и выгнать. Да. Поворачивай машину. Что? Поворачивай, говорят. Поворачивай, тебе говорят, машину обратно. Хорошо, хорошо. Фарманкула Алиевича не сняли с работы. Он стал замминистром. Поедем обратно на свадьбу. Поворачивай. Я же говорил вам. Фарманкул Алиевич замечательный человек. Поздравляю, дорогой друг, от всей души. Стой, что такое? Я спецкор Наштара. Что надо для тебе? Помоги! Ой, ну пристава. Пришел на киностудию взять интервью. Интервью? Проходи. Стой. Кто вы такие? Искусная ткачиха. Знатных лапкаров. Мы оба герои фильмов на современные темы. Спасибо. Спасибо.